Урачысты сход, прысвечаны надыходзячаму святу працы, адбудзецца сёння ў Гомелі. Са справаздачай аб выніках развіцця розных галін народнай гаспадаркі выступіць старшыня абласнога аб'яднання прафсаюзаў Аляксей Нявераў. Таксама сёння адкрыецца абноўленая дошка гонару рэгіёна. На яе будуць занесены раёны, якія дасягнулі лепшых вынікаў у 2016 годзе. А таксама 45 суб'ектаў гаспадарання, сярод якіх прамысловыя і сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, сацыяльныя ўстановы. Экономичная ситуация на Гомельщине поляпшается. Миновито такий вывод можно заработать по выниках посяджения областного выконавчего комитета. С 6 основных показчиков по выниках первого квартала не выкананы только один, что связано с неритмичностью поставок сыровины на Мазырский нафтоперапрацовший завод. Разом с тем, колькость стратных предприемств скоротилась на треть. Это лепший показчик у Беларуси. Сярод основных задач на гэты год – утягнение у господарший оборот маемости, якая не выкористовывается. А того, некоторым районам доручено активизовать работу по экспорте товаров и послуг. У некоторых есть проблемы с розничным товарооборотом. День прадпрыемства прайшоў ва ўправленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароне гомельскага гарвыканкама. Каля 10 вакансій для беспрацоўных прапанаваў гомельскі мясакамбінат. У прыватнасці тут з'яўляюцца вакантнымі пасады загадчыка медпункта, інжынера па ахове навакольнага асяроддзя, майстра па рамонце абсталявання. Патэнцыяльныя кандыдаты атрымалі кансультацыі спецыялістаў, даведаліся пра ўмовы працы і ўзровень заработнай платы. Галоўнае патрабаванне для суіскальнікаў – наяўнасць адпаведнай кваліфікацыі і пажадана опыту працы. Дарэчы, заўтра адбудзецца агульнагарадскі кірмаш вакансій. Прыйсці на сустрэчу з прадстаўнікамі арганізацыі горада можна па адрасе Пралетарская, 18. Пачатак мерапрыемства ў 10 гадзін. Сегодня в Гомельском областном институте развития адукации отбудется первый областный форум замещальных семей. У им примут удел замещальные батьки Гомельской в области, керовники отделов адукации, спорту и туризму, райгарвыканкамов, директоры социально-педагогичных центров. Яны обмяркуют перспективные накерунки и актуальные пытания социально-педагогичного сопровождения семей, которые приняли на выхование детей-сирот и детей, что застались без опеки батьков. Начальник регионального центра тестирования и профессийной ориентации Владимир Глазунов сегодня откажет на пытание телеглядачов. У 19 годин 20 хвилин глядите на канале Беларусь 4 интерактивную программу телерадиокомпании «Гомель» «Диалог». По час эфиру будет працевать телефон прямой линии. Задать пытание на кон проведения централизованного тестирования можно по номеру 77-68-45. Гомельское областное объединение профсоюзов до 31-й годовины аварии на Чернобыльской АЭС наведало Хойницкий район. В вынику аварии на ЧАЭС он стратил больше, как 50 весок. Амаль 90 тысяч гектаров земли выведено с севообороту. Насельництво скоротилось у 2,5 разы. Об трагичном минулым узгадали под час жалобного митингу каля помника «Смутку». Так само члены громадской организации «Урайвыканкаме» уручили подарунки и нагрудные знаки 110 год профсоюзному руху Беларуси мясцовым жыхарам. Гэтыя люди не по чутках ведают про Чернобыльскую трагедию. Именно ведь яны унесли значный уклад у адраджэння и развитие потерпелых территорий. Сустреча ветеранов милиции, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, прошла у Брагине. Подчас жалобного митинга удельники ушановали память загинувших, после чего накировались у Хойники, где наведали районы отдел внутренних справ. Ветераны службы усклали кветки до мемориальной дошки, размещенной на будинку ведомства. Она присвечена работе оперативной группы Министерства внутренних справ и штаба управления внутренних справ Гомеля у 1986 годе. Спынились ветераны или опомника «Смутку», где перелічена кожная з выселенных вёсак. Сегодня на телеканале «Беларусь 4» ведущие гости программы «Добрый вечер, Гомель» отзначат Международный день танца. Какие танцы сегодня у моде? Кто и как формирует наши танцевальные прихильности? У прямом эфиры урок танца, выбор правильного обутку, корыстные парады хореографов и аматоров. А те любите вы танцевать? Телефонуйте у студию 37-519. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сегодня в 20:40 на телеканале «Беларусь 4».